Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня у нас будет новое видео на проекте Родина Ролеплей Центральный Округ. У них здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте видеть моник по регистрации. Если вы видите моник и прокачать 3 уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам. Также не забывайте вводить мой промокод на 6 уровне, за него получите очень хорошие плюшки. Вся информация есть в описании под видео. Итак, пацаны, сегодня будет очень прям классный видосик. Необычно, такого я еще не снимал. Вообще, это видео получилось очень спонтанное, потому что с девушкой я познакомился чисто случайно. Как вы помните, я записывал видео, где я работал на автобусе и смотрел, сколько там можно заработать. Это видео было совсем недавно. И там, когда я работал, совершенно случайно я встретил, получается, девушку. Я просто катал, получается, на маршрутке, стою на остановке, слушаю музыку и слышу женский голос. И она попросила подвезти ее, получается, на вокзал, что, в принципе, я сделал. Потом я записал видео про автобусы и решил ее найти, чтобы с ней пообщаться и познакомиться. И в итоге у меня это получилось, я ее нашел на ферме, а что будет дальше, вы сейчас увидите, в принципе. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Так, пацаны, короче, я нашел эту девушку, она сейчас работает на ферме, и хочу просто с ней как бы пообщаться и помочь ей с развитием. Я думаю, это будет реально очень круто, поэтому сейчас, короче, к ней подойду. Ты специально ждал, пока я зайду. Да. Ты сейчас занята? Ну, мне осталось 7 штук собрать. Ну, давай, я тебя подожду просто. Хочу тебе помочь кое-чем. Сейчас, короче, подождем. Блин, это реально самая первая девушка, которую я встретил вообще, блядь, в КРМП, понимаете? Ну, не в КРМП, а вообще на родине. Сейчас подождем, пока она доработает. И, короче, поедем. Я ей хочу помочь. Возможно, я подарю квартиру, там машину. Сейчас, короче, посмотрим. Ну, короче, вроде бы ей немножко осталось. Ебать, я просто мачо так встал возле мотоцикла, пацаны. Мне так эта анимка прикольнула, чекайте просто. Такой чисто пацанчик облокотился, приехал к мадам просто на Иш-планета или Юпитер, что это? А, Иш-планета 5, пацаны, нормально просто так. Деревенский такой паренек. Ну, потом я возьму ламбу, в принципе, потому что на Иже ездить я не хочу. Короче, пацаны, я перезашел, надеюсь, она меня ждет. Я ее попросил подождать, потому что у меня начались жуткие лаги, просто фризы. Так, поехали сейчас на вокзал отвезем, она просто квесты выполняет. Ну, пацаны, я думаю, вы тоже типа в ахере, то, что девушка играет в КРМП. Еще с голосовым чатом. Конечно, ник у нее какой-то странный, Савей какой-то. Ну, типа, по этому нику я бы не сказал, что это девушка, но по голосу, думаю, вы все, в принципе, поняли. Так вот, куда ты собирался меня отправлять? Куда-то работать или что? Нет, не работать. Я хочу тебе помочь с развитием. Подарить тебе, там, не знаю, может, машину ты хочешь, дом, квартиру, там, не знаю, одежду новую. Чего такая щедрость? Просто захотелось. Тем более, ты первая девушка, которую я встретил на серваке. Вообще, меня друг подсадил как бы в GTA. Я такая... Обычно в Crossfire с ним играю, вот. Что-то решили в GTA зайти. Вот. Сейчас, короче, на банковскую карту создаст, ей бабки скину, потому что на руки передавать это будет очень долго. Ну, я понял. А как тебя в реальной жизни зовут, чтобы мне проще было к тебе обращаться? Меня Саша зовут. Александра, Санек. Александра тебя зовут? Александра, Саша. Санёк, я понял, понял. Хорошо, Александра, пошли, я тебе скину деньги. 1 миллион я сейчас ей скину, короче. Я думаю, будет нормально. Так, перевести деньги. ID 422. Сумма 1 миллион. Все, я перевел, можешь снимать, сколько? В принципе, деньги. Ну, я думаю, она себе что-то нормальное купит, в принципе, пацаны. Ну, хотя машину за эти деньги она не купит. Я не знаю, может, ей свою Теслу подарить? Ну, тут, наверное, единственная вообще девушка, которую я видел на родине. Ну, даже если посмотреть в тап, то там вообще нету женских ников. Все, я, короче, купил себе тоже скин. Я теперь такой красавчик просто. Красавелла такой. Реально, по кайфу, пацанчик. Заебись, конечно. Заебись, конечно. Блять, меня заспамили дома, сука. Ёбаный рот, блин, я сейчас ее не найду. Сейчас, короче, надо быстро ехать, как-то ее найти. Потому что я ее потерял. Пиздец, вот сюда такая хуйня, не могли просто слапнуть. Не, надо, блядь, заспавнить. Здрасте, обратно. А ты вообще в какой стране живешь в реальной жизни? Я в России живу. Понятно, я хохол. Самое главное, что я не еврей. Ну что ж, вот такое получилось видео, надеюсь, оно вам понравилось, я реально старался. Большое спасибо Александре за то, что поучаствовал в моем видео, хотя я даже об этом не говорил. Надеюсь, ты, Александра, не обидишься, тебе большой привет, если ты это смотришь. Как бы изначально просто я и не говорил то, что ютубер, и я до последнего держал это в тайне. И в итоге, когда я ее добавил в друзья ВКонтакте, она каким-то образом догадалась то, что я ютубер, и написала мне ВК, типа, почему ты мне об этом, типа, не сказал. Я не знаю, почему я не хотел этого ей говорить, вот просто не хотел и все говорить. Просто мы с ней целый день вчера играли, как бы общались,
я ничего не говорила про то, что я ютубер, как бы. На самом деле Саша очень классная, веселая, позитивная, прикольная девушка. Она мне как бы в ВК есть, мы вчера по Дискорду играли и, скорее всего, еще будем играть. Если после этого видео она не пошлет мне на 3 буквы, конечно, потому что я не говорил, что я буду видос выкладывать, поэтому она, конечно же, может обидеться. Но надеюсь, как бы все будет хорошо, тем более здесь ничего такого прям плохого не было, просто я показал всем наше знакомство с ней. Поэтому, пацаны, давайте наберем здесь реально много лайков. Давайте хотя бы постараемся набрать на этом видео 100 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.